В Мариэл идет подготовка к единому дню голосования, который состоится 8 сентября. Напомню, что жителям республики необходимо будет избрать в общей сложности 1410 депутатов. О том, как идет подготовка к выборам, расскажут мои коллеги. 8 сентября во всех регионах страны пройдет единый день голосования. Напомним, что в Мариэл состоятся двухуровневые выборы. Жителям республики предстоит избрать 52 депутата в Государственное собрание Мариэл и 1358 депутатов в представительные органы муниципальных образований. Мы уже завершили процедуру регистрации по выборам депутатов Государственного собрания. Мы уже на этой избирательной кампании знаем всех участников избирательного процесса. Я также напомню, что у нас выдвинули в списке кандидатов на эти выборы 10 политических партий. И закончился этап выдвижения также кандидатов как от партий, так и самовыдвиженцев по одномандатным избирательным округам. На сегодняшний момент выдвинулось, кроме 10 политических партий, по одномандатным избирательным округам выдвинулось 231 кандидат всего. А сейчас на этой избирательной кампании идет процедура регистрации непосредственно участников избирательного процесса. Вот по выборам депутатов Государственного собрания Центральной избирательной комиссии республики уже зарегистрированы в списке парламентских политических партий. На муниципальных выборах на сегодняшний день, во-первых, заявилось уже со своими списками кандидатов 5 политических партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», то есть парламентские политические партии и «Партия Роста». Кроме всего, вот всего на муниципальных выборах на сегодняшний день выдвинуто 1324 кандидата. Но еще осталось несколько дней, и мы полагаем, что и надеемся, что выборы у нас на муниципальном уровне также состоятся. На текущий момент кандидаты и их помощники проводят сбор подписей избирателей. Необходимо отметить, что эти подписи позволят кандидату подать необходимый пакет документов для регистрации в ЦИК. Хотел бы остановиться и сказать несколько слов по порядку регистрации, прежде всего регистрация избирательных объединений, самовыдвиженцев и кандидатов, выдвинутых непарламентскими политическими партиями, которые сейчас занимаются очень активно сбором подписей избирателей в свою поддержку. Но, во-первых, соответственно, все участники избирательного процесса, это выборы депутатов Государственного собрания, имеют право привлекать к этой работе по договорам подписчиков, так называемые. Но здесь есть требования, их несколько, что подписчиками могут выступать только граждане Российской Федерации, только совершеннолетние граждане и, соответственно, обладающие полной дееспособностью. Процесс регистрации кандидатов набирает обороты, а полный список предполагаемых народных избранников Государственного собрания жители республики узнают не позднее 1 августа. Что касается выборов в представительные органы муниципальных образований, то список будет определен 8 августа. Напомним, что депутаты, которых выберут жители Мариэл, будут работать следующие 5 лет.